пробки там не рассосались. Ну, спасибо. Зеленая корзинка. Впервые привез сына на ваш концерт. Чего же вы не сказали? Гриня, 6 лет. Гриня. Гриша. Гриша? А, ну можно и Гриша с таким почерком. Он любит больше всего две ваши песни. Про родильные дома. И когда проходит день забоя. Нет, это я сам понимаю. Вторая «Остров сокровищ» называется. Я назвал ее, Гриша, назвал ее «Остров сокровищ». Посвящается она Роберту Луису Стивенсону. Ну да, это просто так тоже называется иногда. Не нам судить, правда. Ну, правильно, если я так ее называю, вы ее называете так. Просто спойте, да. Владимир. Гриша, я постараюсь, вот прямо вложу вот так. Сегодня я концерт по заявкам практически. Так, да вот. Земляки из Озерска Челябинской области просят исполнить «Таганай». Земляки из Озерска. Озерск, как вы только его не называли. А что-нибудь из будущего альбома? Нет, я сейчас не буду рассекречивать как-то, а то я, знаете, все как всегда, написал и давай петь. Нет, сейчас подожду. Расскажите, как прошли гастроли в Америке. Филадельфия на вас обиделась. Нет, это не на нас, это все там местные. Ну, знаете, Америка, не хочу обижать Америку, но хорошего сказать тоже ничего не могу. Может, у меня просто чувство ностальгии так развито. Просто я вот 4 раза был и 4 раза возвращался и говорил, больше ни ногой, никогда. Просто ужас. Ностальгия, как ты меня сказал. Уже на второй день. Пельмени, борщ. Где тут русский ресторан? В общем, не могу я без этого. Все как-то, не знаете, все правильно так. Главное, они же, мы были у Серебрякова в гостях в Канаде, мы заодно были. И, значит, он говорит, да мне лучше этой самой искусственной улыбки, чем откровенное хамство у нас в России. Да. Вот. А все время они как-то улыбаются так прям, уж ну чересчур прям. Хаваю вот так прям. Я в этом в какой-то гнакасе стою такой большой такой чернокожий. Как их называть-то правильно? Ты уже не скажи ничего, главное. Не скажи ничего. Это южноафроамериканец, вот. Улыбается, он мне говорит, how are you? Я ему говорю, оно тебе надо. Не, ну, будет другое, оно все-таки другое такое. Я еще думаю, надо как-то с американцами поплотнее пообщаться. У меня там есть пару знакомых. А так мы все с нашими. А они такие все, Гарри. Я говорю, Игорь, что ли? Ну, как-то они так маскируются. Ни туда, ни сюда, в общем, ни 2, ни 1.5. Ну, извините, если кто-то любит Америку, ну, на пусть это вообще нет. Не, я рад, ну, что, зря ехали, что такую даль. Я приготовился, думаю, сейчас. Любить будем друг друга. Каваиму. Для меня Олег Митяев начался с песен Висбора в студенческие годы. Очень люблю, ты у меня одна в вашем исполнении. Очень бы благодарна, если получится исполнить как НГ-подарок. СНГ-подарок. Новогодний, я догадался. Часто смущаю по Питеру. Нередко исполняют нет. Редко исполняете. С уважением, 9-й ряд. Татьяна. Татьяна, правильно, она такая, у меня песня-то такая скучательная про Санкт-Петербург. Ну, там не говорится, зря я уехала в Санкт-Петербург. Может быть. Так я понял, что все-таки вы склоняетесь в «Ты у меня одна». Хорошо. За концерт в Юрмале. Спасибо за концерт в Юрмале в августе. Отлично пошла песня про СССР в Юрмале. Конечно.
приезжайте к нам еще, мама. Да я бы не уезжал оттуда. Вот там что-то понравилось. Погода была хорошая, что ли? Или там совсем все наши, или другие наши. Я что-то вот не понял, но было хорошо. Там у нас такие есть латыши хорошие. Такие коренные латыши, Ивановы. Вот они нас там принимали так. Ваши удивления. Мы вообще пришли, вот еще давно уже пришли к выводу, что лучший город за всю нашу огромную гастрольную деятельность, лучший город — это где нас ждут и любят. И принимают хорошо. Ваше удивление песни, так сказать, Василий, как же хочет за вас обнять Владимир. Наталья, Наталья Эл. Мы же вот после концерта выйдем. Вот мы же привезли с собой. Если вы с сухим пайком что-то хотите с собой унести, вот 4 диска «Митяевские песни», тут даже Кобзон поет, я бы только из этого приобрел. Знаете, с хором МВД он поет 2 песни. Я ухохотался первый раз. Понимаете, он же там аранжировка так придумала, красиво все. Вот, ну я уже не говорю про Александра Иванова, он хорошо успел, Трофим замечательно. В общем, не буду никого обижать. 4 диска, конечно, 4 альбома. Вот, ну, конечно, новый альбом «Просыпаясь и улыбаться». Хотя я вот до сих пор пытаюсь. Сложно. Сложно. Сразу просыпаешься. Халаю. Леонид Марголин. Вот это серьезный диск, серьезный человек. Он выйдет и подпишет вам сегодня. Он больше никогда этого не делает. Но сегодня... Там, знаете, это... Эти МП3 там. Вот, сегодня у нас давно не было книжек. Сейчас ее допечатали, добавили сюда, поменяли. В общем, что-то добавили новых песен. Вот, и на книжке очень удобно расписываться. Я все время вспоминаю мою соседку Викторию. Отлично. Это тоже входит в программу. Сцендвижение. Вот, я ей подарил как-то эту книжку, тут фотокарточки, я говорю, может быть, зря я книжки-то выпускаю, выпускал бы себе диски. Она говорит мне, Виктория Токарева, ну почему зря? Ну ты через 50 лет помрешь, она мне говорит, а я книжку открою, фотокарточки посмотрю. Вот, можете посмотреть фотокарточки, еще пока все живы. Вот, остальные записки я дочитаю потом. А то мы с вами так, у нас же танцы, у нас на танцы ничего не остается.